Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас с вами на посмотрелочку игрушка под названием Burning Thirst. Игрушка 2010 года выпуска от разработчика и издателя Ninja Monkey Steam. В жанре экшен, может быть битэмап, не знаю, короче, что-то такое. Нашел у себя опять же на компьютере, где-то как раз скачал. Тут что-то по звуку все... А, блядь, как это все громко. Давай чуть-чуть убавим. Музыка громкая, эффекты немножко тоже убавим на 80 где-то. Войс тоже 80, пускай будет. 85, нормально пойдет. Короче, посмотрим, что за игрушенька. Вроде как читал, что ее сделали 5 человек всего-навсего. Реально. Что по графике? Почему все выключено? Все должно быть включено. Экстремальная графика. Сейчас как даст, короче, мне вот тут нормально просраться. А что по Game Options? Normal English on. Ну, давай так и пойдем. Окей, back. Back. И new game. Select your difficulty. Easy, normal, hard. Давай на нормале пойдем. Воу! А, стоп. Warp 1, что это? JJI. Чего? JJI? What the fuck? Подожди, это камбухи, что ли? Так, бегать, подожди. Сейчас с управлением разберемся. Бегать в ASD, понятно, shift, что такое? Combo shift? Dash modifier? Пробел, что у нас такое? Cover, блок, это типа, да? Normal attack у нас J. Использовать K. А почему нельзя поменять это все? Strong attack E. Special attack U. Едрей твою мать. Special attack 2. Fatality L. Короче, у нас J и I, да, основные. Хорошо. Warp 1, J, J, I, J, 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 I, J, 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 I hold slider, shift, J, shift. Ага, окей. А что пресс-старт? Давай попробуем сейчас. La sed es insoportable. Оу. Me llaman Joe Blades. Y hace meses que no pruebo una jodida gota de whisky. Оно на español, ¿eh? He estado buscando por las ruinas de las antiguas ciudades, plagadas de infectados y mutantes. Llegó a mí el rumor de que la última botella de whisky se encontraba en Perdition City. Perdition. Custodiada por un viejo conocido, el sargento Bruce Krauser. Pero no estoy dispuesto a que se quede con ella. No la última. No con esta sed que quema. Жгучая жажда. Короче, сюжет, замес какой. У нас зомби-апокалипсис, а мы идем, короче, добывать последнюю бутылку виски, которая осталась. Perdition City. Perdition City. Ha llegado la hora de limpiar esto. Perdition City. Это жесть. Так, хорошо. Идем добывать последнюю бутылку виски, потому что что еще в зомби-апокалипсисе можно делать, кроме как виски добывать последнюю бутылку, правильно? Так, ой. Ну-ка давай. Фаталити. Вау. Херак. Ты куда лезешь, ты, слышь? Фаталити. Фаталити. Хорош, смотри. Ты ах ты падла. Так, сейчас нужно найти какое-то оптимальное комбо и просто бить. Так, а что вот? Воу, нихера себе, через shift это было, видали? Воу, а это что-то тратит? Еще не тратит вообще, жизнь не тратит. А, не тратит ничего, хорошо. Так, а тут ребята мне бросаются какашками взрывоопасными. Ой, а можно тогда? Идите сюда, пацаны. Давай, давай, бросай, 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 бросай. Хорош, красавчик. Ну-ка. На! Воу-воу-воу! Не попал. В принципе, вот это неплохая камбуха. Смотри, сразу же выводит на спешл. Так, хорошо, ладно, давай пошли дальше. Приколюшно. Пацаны! Нифига тут прикол. А чё, довольно интересная игруха. 2010 год, вместе с Бэтменом вышла, если чё. Кей. Где тут Кей? Чё это? Жизнь-ка. Прикол. Так, используй Valve to stop the gas leak. Valve там Half-Life не могут выпустить. Как их использовать-то? Используй, короче, кран, чтобы вентиль, чтобы перекрыть газ. А у меня блок есть, смотри, какой крутой. Ха! Классный блок.
Так, ага, вижу. Кей. Кей у нас использовать. Блин, довольно прикольная игрушка, если честно. Вообще-то. Как для 5 человек, вообще шикарная прям. Есть намного похуже. Так. А что у нас там на J? Там 5 раз J нужно нажать. Ну-ка, сейчас попробуем камбуху. Давай. Давай. Нифига камбуха. Херак. Бабах. Тихо, не прыгай. Ладно. Только не пойму, он как-то одного сразу же херачит этим. А вторых, смотри, не херачит. Тренькиньо, хундримбендиньо, йоу, оу, йоу. Так. Да триперись, блин. Баба! Давай от этого камбухина и хорош, хорош. Блин, графика здесь такая интересная, прикольная. Чё, давай, выходи. Чё ты думаешь, крутой или что? Ой-ой. У меня камбухи так-то есть крутые. Ты видишь, что я с тобой творю, чувак? Вообще-то, я в курсе? О-хо-хо-хо! А разработчик-то у нас так-то не лыком шит. Видали, какое добивание было? Нихера себе, извращенцы гребаные. Да, где эти придурки-то? Так, ну-ка. Shift. Блин, нихера себе, чувак мощный-то. Смотри, что вытворяет. Просто испепеляет. Так, опять газульку перекрыть, на. Класс. Бляха, мне нравится. Игрушка классная. Только интерактива, я так понимаю, здесь нет, да? У ворот есть? Через Ctrl так-то, если что. Смотри, какой прикольный ворот. Нифига! Ебаха, игрушка 5 человек сделала и намного лучше, чем... Окей, что это? Бомба? Как ее использовать? А у меня что-то там спешалы, подожди, еще. Томалисто. Вот это что-то, не знаю. Сделал какой-то... Игрушка довольно прикольная вообще. Дали форте! Так, а давай спешл атак 2 попробуем. Бу-бу! Это была бомба. Смотри, нихера себе! Не надо! Вообще! Шик! Херак! Да у нас так-то герой ни хрена себешеньки. Вообще класс. Красота. Кайфуй, кайфушка. Кайфушка реально. Ой, блин, открытая территория, вы чего? Там он какой-то здоровый мех ходит. Так, главное кнопки не потерять, потому что на клавиатуре все. Так, казино, Снейк, чего там не успел прочитать. А чё они меня так не любят? Чё они меня так не любят? Бля, нихера себе он напиливает. Да пошел ты, слышь, сейчас тебе... Смотри, что буду делать. Хач! Фу-фу. Мощь! Да, конечно, вы непобедимые. Давай попробуем, какие вы непобедимые. Какие части тела у вас непобедимые? Ха-ха! Вообще красота! Еба! Вот это офигенная игруха! Шикарно! Так, ну-ка, отпили ему чего-нибудь. Хуч! Хорош, пузяка, минус. Да ты чё? Так, надо и не забывать пользоваться суперударами. Детенетло! Да никто меня не остановит, ты чё, видали, что тут творится вообще? Смотри, что делаю.
Вот это он неадекватный. Акабат con él. О! На кого напал? Говорю тебе. Сука, пипец вам, пацаны. Просто нахрен распилю. Так, жизни не берем пока что. Я так понимаю, это жизни, да? А где этот здоровяк-то? Ну-ка, иди сюда, я хочу с тобой разобраться, как на раз, на раз. Ты чё? Нифига он Как это, что в игре сделали главного героя таким мощным придурком, а? Обычно их делают всегда слабыми. Что их там... Go to the casino. Да, я понял. А, это же пробел, тут прыгать нельзя. Окей. Хуа! Как я эпично зашел. No quiero que esto sea como la última vez. Le daré un trago de whisky al que consiga traérmelo vivo o muerto. Да чё, дай виски попить, что ты такой жадный? Так, окей. Это же бомба, да? А бомба у нас на У, наверное, не помню. Блин, управление, конечно, немножко такое. Уже рука болит. Так держать пальцы. Так, кто на меня? Пудретежо, пацаны. Ууу, да пипец, вам тут сейчас буду напиливать. О, их там, смотри, какая толпа. Ну-ка. Бу-бух. Все, никого нет? Блин, есть. Ладно, будем напиливать вот так вот. А ну-ка вот этого. Мощезнись-ка просто. Выносит всех нахрен, даже не думает. Так, есть чего? Нет ничего. Ладно, идем дальше. Интересно, игра длинная или короткая? Может, получится ее пройти за один раз? Вообще будет шикарно. Я хочу виски найти. Вон, вижу бомба. Кей-кей. Так, жизни пока не берем. У нас здесь есть только бомбы, жизни и все. Больше ничего собирать нельзя. И плюс камбухи. Камбух куча. Ну как куча? Не куча, но в принципе хватает. Довольно-таки много. Так, где этот здоровяк-то? Вот это он от меня будет бегать постоянно, да? Так, подойди поближе, говорит. Los años no te han tratado bien, Krauser. Estás acá. А он знает Esta его? No será como en Las Vegas. Intuyo que no has llegado aquí por mí. Estás buscando algo. Lo sabes tan bien como yo, sargento. Voy a acabar contigo, como he hecho con toda tu tropa de mutantes. Ni lo sueñes, Joe. Voy a beberme la botella entera sobre tu cadáver. Nunca lo conseguirás. Так, он выпил всю бутылку. Так, босс. Если я его просто вот так буду бить. О, какой ты мощный, прям ты чё ты. Он бутылка вижу стоит, сейчас я тебя захерачу. Блин, он слабенький так. Тихо. Ха-ха. Он что-то слабенький прям совсем вообще. Смотри, ничего не делает. Его просто вот так можно вот долбить. Потому что у меня бумеранг, чувак! А у тебя ближний бойка! А у тебя ближний бойка, прикинь, вот это тебе не повезло. Чувак, мне-то повезло, мне разработчики нормальную штуку дали. А ты прям мудозвон. Так, давай его как-то интересно замочим. Так, не получилось, хорошо. Супер атака! Да ну, блин, башку ему отрежь хотя бы. Ну что ты такой? Блин, а башку надо было отрезать. Да что может быть лучше после боевки с зомбарями вот такой быть? Блин, игрушка коротенькая, но такая классная. Я-ёй, ну её нафиг. Блин, а очень короткая. Ниндзя Манки Steam Production. Красавцы, молодцы. Вот это музня.
Старе, Джо Блейдс, Брюс Краузер, Мутанс и Зомбис. Это те, которые в игре участвовали, если что, прям в самой игре. Так. Роб Зомби. Программинг и скриптинг. Короче, 5 человек. Вот это вот получается они, да? Вот это 5 человек, которые сделали вот эту вот игрушку. Ибан, Надал, Новел. Классные имена. Коллаборация какая-то. Тестеры 22 человека. Даже было. Что такое Tutors? Special thanks from Albert. Блин, а игрушка-то оказалась довольно-таки нехреновая, если честно. Коротенькая прям максимально, минут на 15 прохождения само занимает времени. Ну, блядь, по графике довольно-таки ничего, такая атмосферка интересная, боевка, камбухи, есть какая-то интерактивка, суперприемы, скажем так, всего так понапихали немножко, классно, но... вложили, скажем так, вот в этот короткий проект сколько всего, и он реально прикольный. Можно было бы целую какую-то игруху захерачить в таком плане. Почему? Почему игрушки, которые прикольные, они всегда такие короткие? Если какое-то говно, блин, однообразное, однотипное, без нихрена. Ну, блин, вечно часов на 250 тысяч прохождения. А вот такая игрушка, блин, на 15 минут, хотя довольно интересная, мне понравилась, если честно. Блин, да вообще шикарно, я бы сказал бы. Я не знаю, просто 10 из 10 вообще. Проект офигенный, только, блин, почему такой короткий? И очень жалко, что короткий. Я думал, я не успею ее пройти. Оказывается, здесь просто 2 территории или 3 там сколько. И просто один босс. И босс очень сильно слабый, потому что у него ближнебойный урон, а у нас дальняя, короче, у нас дальняя атака, то есть, а он ходит как черепундель после, я не знаю, 300-летнего запоя, и это, и все, и ты просто его разносишь 2 ударами, как-то, ну, очень слабый чувак, а так, в принципе, игрушка классная. Мне, если честно, понравилось, кто что не говорите там, сейчас пишите там в комментариях всякую хрень, что там, да, это такое, типа, херня, можно было и получше, но, блин, 5 человек сделали такую игрушку лучше, чем целые студии делают игры иногда, потому что, ну, бляха-муха, реально. И все, и заставочки есть, картинки есть, анимации есть, и графика прикольная. 2010 год, не скажу так, что прям по графике все плохо, очень довольно интересно. Физика даже такая более-менее, ну, сносная, то есть не топорная, скажем так, все отлично. Так что мне игрушка очень сильно понравилась. Так что все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, всем до встречи в следующей какой-нибудь посмотрелочке. Такой же охренительной, как это. И все, всем пока.